среду в Самарской области ожидается пасмурная погода. В большинстве районов пройдет небольшой дождь. Похолодает. Температура воздуха в дневное время от 2 до 5 градусов тепла. Ночью 1-3 выше 0. В Сызрани пасмурно и дождь. Днем плюс 5 градусов, ночью плюс 2. Ветер северный, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти небо закроют тучи, осадки в виде дождя. Днем 4 тепла, ночью плюс 2 градуса. Северный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой дождь. Днем 4 градуса тепла, ночью плюс 2. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.